Хей, ребятишки, с вами Кейм, и сегодня я буду играть на сервере Сталикс в мини-игру под названием Bed Wars. Да, в новое оформление канала, что такое, говорить про это не буду, потому что я делал оформление очень долго, все такое. Вот, в общем-то, перед началом ролика обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я специально установил такой вот прикольный пак с текстур для PvP. Так что надеюсь, вы оцените мои труды. Обязательно поставите лайк. Заговариваться начинаю. Ладно, пофигу. Короче, желаю вам приятного просмотра. Ну а мы погнали. Так, ну давайте сразу перейдем на телепорт. Bed Wars. Здесь у нас пока 3 человека из 12. Кстати, оцените PvP-пак в комментариях. Надеюсь, он вам очень сильно понравится, потому что я старался, выбирал под фиолетовый. Фиолетовый — это мой любимый цвет, поэтому я специально выбрал вот такой. Так, ну у нас пока 4 человека. Играем мы на карте Templeron. Или как она читается там. 60 секунд до начала. Давайте... Я уже, когда начнется игра, включу заново видос, и мы начнем. Итак, 8 секунд до начала матча. 5, 4, 3, 2, 1, go. Так, короче, сразу идем уже на кирпичики. Мои кирпичики, мои. Ну, у меня играют две девки, поэтому как-то дерьмово. Ой, говорят, что у них там киллы, это все такое. Конечно. Лутаются, как... Не знаю кто. Они еще не лутаются. Так, давайте сразу закупаем 40 блоков. И идем строиться. Давайте сначала на железо строиться, потому что железо важнее. А, и пусть сама строится. Хе-хе. За 6 дней. Ой-ой-ой, конечно. Эу, чё мое железо стыбзило? Не жирно? Реболтать. Играйте. Ой, два железка. Чётенько. Пусть строит так. Ну ладно, ты железо? Чё, нет железа, ладно. Ты, железяки, тоже норма. Фух, чуть не упал. Так, закупаемся, давайте, бронькой сначала. Пока никто не видит. Ой, красиво, давайте до 20-ки залутаем. Все, до 20-ки залутали. И, ага. На меня скачивается игра просто. Лагануло немного. Так, ладно. Все лаги убрали. Надеюсь. У меня зависла катка. Да. Ладно, давайте залечу заново и уже посмотрим на сам бой. Надеюсь, честно говоря, не вовремя меня залагало. Меня тупо вылетело из майна. Обычное дело, чё? Сказать больше нечего. Будем заново играть. Ну, скинчик, наверное, прикольный. Так, мы играем на карте. И сразу... Мой. Воу, щит. Это чё за воздушная карта такая? У нас все улетают в бездну. Чё за дебики? Один вообще у ФК стоит. Да? Бедный мальчик. Так, закупаемся блоками. Ай, хотя нафига? А, там Стив. О, так железо тут. Слушайте, прикольно. Стив, отойди. Моя очередь. Ладно, типа нормально. Типа норм. Не знаю, зачем этот мост надо было строить. А, так он у спавнера стоял. Ах ты ж мод.
Так, что-то не закупает, ладно. Прикольно, высокий мечик. Ну, у нас вроде тима нормальная, хотя у нас еще один тиммейт был, но тупые люди, как говорится, ливают. Блин, как говорят, ливают. Так, закупаемся киркой. По броне что, можно? Ладно, броньку закупил. Напяливаем на себя. Не, нуля, красава. Вот реально красиво. Так, сразу два железа собираем. Закупаем. Ой, 4 железа, ничего себе. Может, до 6 закупим себе кирку. Не, кирку я сейчас закуплю. Кирку я прям сейчас закуплю. Проспавниться будет. А, хотя и меч тоже сейчас закуплю. Чего я буду с бомжанским мечом бегать? Я дорогой куплю. Обожаю, честно говоря, эту карту, она очень прикольная. Да, без блоков чел никуда. Эх, бедные-бедные игроки. Еще на изи разнесем их. А, мы 1-1 против синеньких, да? Да, получается, синий у нас мид заняли. Это карта обезьяна. Буду строиться как челик. Ай, ты чё? Чего? Как я спрыгнул? У меня shift был. Чего? Чё это сейчас было за фигня? Я на shift стоял и как-то упал. Просто не понимаю. Может, меня кто-то сзади подбил. Хотя и это возможно. Ну, у них там, походу, ДДК какой-то. А, это ОДК. Ну, походу, нубы какие-то реальные. Так что... Меч закупаем себе. Фул броньку. Зачем я две броньки закупил? Ну ладно. И ботиночки вот тут уже. Ладно, на кирку я сейчас попробую накопить. Понакопил. Так, кирку берем. Сначала закупаем фул блоки. Потом закупаем кирку. Ой, вечно нужно брать чар, чтобы получилось что-то. Так, ДДК погиб от Алё. Походу, у них реальные нубы. У нас же уже заняли мид. Это же мид? Или это Тёмка? Ай, ладно, буду называть это мидом. Тек. А вот сейчас было бы опасно. Поэтому давайте достроюсь. Бам-бам. Буду строителем. Строителям, как говорят, плохо... Хорошо платят. Плохо платят, блин. Так, они лучники там, получается, да? Ничем их быстро. Ну давай, нападай. Давай, что ты делаешь? Опа. Давай. Оп. Чего? Как я улетел, алё? Боже, какой я нуб. Как я так улетел просто? А, ну естественно, тут еще стоит чел, лутается, хотя у него фу. Конечно. Ой, как же трудно играть с такими тиммейтами. А чё, на базе стоят курят, там чё, блин, по кайфу. Пока я и шёл на мид. Вот, опа. Бежал к победе, но упал, к сожалению. Опа, мне Кирасу не дали. Ладно, сломаю их сейчас кровать, но сначала... Так, фулблоки, так. Давайте, так и меч. Почему бы, собственно говоря, и нет?
Так. Чук, собственно говоря, и нет. А вот как раз два железа моих. Ой, сейчас так будет легко убить, просто. Рашим. Просто бежим и рашим. Ну, у нашего чела лук есть. Лук есть, а стрел... Не понял. А, ну это те, которые бегали, пытались. Сейчас попробую скинуть. Да ёкарный бабай. Чего вы всем нравите? Вот чего? Почему я не скидывал? Вот я прям прямую его бью, но не скидываю. Почему так? Объясните мне, может я как-то тупой и неправильно бью. Почему я иду на мид, когда бью вперед, и он не падает, а я падаю? Может он как-то в бок вот так вот убивает, чтобы я вот туда вот улетел. Пш, бомбит жестко. Так, сразу покупаем 24 блока. Вот фига, вот, все, норм. Сейчас самое важное, нужно сломать их, кровать. Эта сука хочет моих денег, она хочет не меня, хочет трахнуть телек. Чем я заслужил внимание этих дам? Ой-ой-ой, тут. Инстаграм. Текст, не тут их все трое. Лучшая подруга, лед в стакане, лед на шее. Мой бриллиантовый ошейник, детка не для отношений. Это детка украшение. Дал дамаг. И кто меня скинул, вот откуда? Ярик, как? Что? Просто что? Ладно, ладно, самое главное не бомбить. Бомбежка до хорошего не доводит. Тем более нужно пройти два моста, чтобы до них дойти. Все. Мель закупаю слишком дорогой. Ну а что, могу себе позволить. И за две еще кирасу. Не знаю, зачем так закупил. Но если так закупил, значит зачем-то нужно было. Так. Сюда, блять, сюда, нагрудник, сюда, это сюда. Так, ну чё, я готов ворашить. Они там отстроились, сидят, да? Боже, да ходи уже. О, ноль без лука. Боже, что вы творите, люди? Все, мы их загасили, теперь они наши. А теперь... Давай, проходи быстрее, блин. Тормоз. Так. Ну, на льду стоят. Нёбы. Что? Вот откуда он такой метки взялся? Просто. Стоит, я не знаю, как это просто возможно. Просто слов нету, я тупо не понимаю этого. Как так можно? Бегу, и меня сразу подстреливают. Это, то есть, какая-то у меня, может, тупость. Или, может, я косой просто. Либо одно из двух, либо они слишком какие-то не косые, либо я слишком тупой. Скорее всего, второе. Ладно, опять зачаивается. Все нормально. Нормуль. Осталось только блоки закупиться. И еды. Еды надо побольше. Ой, они мне железка оставили. Ой, молодцы. Теперь себе закуплю кольчугу. Нормально. Так, ну вот этот вот возьму и положу, наверное, вот сюда. Мало ли что. Так, так, так. Мало ли что, возьму на всякий случай потом. Го на мечах. Говорят, блин, го на мечах. Ну, го. Ростки смелые. Ой, строители долбаные. Ну, на луках, блин, стоят. Я-то без лука. Хвастается около кило больше.
если меня сейчас подобьют, я просто заору. Так, чувак, я с тобой. Сейчас меня вроде не должны подстрелить. Хотя если подстрелят все-таки, будет ГГВП. Так, это метки. Давай, пали, пуш. Ага, к нам строится. Ладно, я не нуб, я не нуб, да. Ну вот как я не добил-то, ё-моё. Всё, убиваем их. Ай, самая потная катка из всех моих каток, которых были когда-либо. Так, мне это пиздец. Я закупаю самый последний золотой меч. Самый последний Кирасу. И вообще поливать. Они там все с золотыми мечами, с железными мечами бегают, потому что золота слишком много у них, золота много. Так. Вот она метание не дали, вот нам метание-то не дали, зато сами на меду ходят. Так, сюда скидываем все ненужное. Так, это сюда, это сюда. Это сюда, это сюда, вот это сюда. Так, сколько? Всего 16 минут. Всего 16 минут, поэтому нужно видос не затягивать. И бежать, конечно же. Так, короче, все. Они тупо наши. Их надо брать. Сейчас или никогда их нужно забирать с собой. Ой, только бы сейчас я не сдохнул опять. Это, знаете, как с нуля киллами. Как-то фиговенько бегать. Ладно, мы сейчас на их базу побежим. Хотя прорвались. До их базы текаем быстрее. Смотрите, какие мощные. Сколько их? 7 коинов. Да врофлить, мы никогда до них не добежим. Ну тут ГГВП, как говорится. Либо мы идем в раш, либо они нас укокошат. Так. Так. Идем в раш. А, ну наш, конечно же. Угу. Бежит, бежит, бежит. Бегут лошади, бегут. Угу. Тихо. Так, ну тупо они тут наши. Ну давай, ну убивай их, ну убейся. Так, убил. Нет, ну нет, ну блин, ну нет. Ну за что, блин? Так хорошо киллы делал. Боже, я так их много вынес. Разбился насмерть. Вы что, рофлите, что ли? Тиммейты, блин. Я тупо почти всех вынес там. Мне осталось бы только добить. Красным и рабы. Без лука нули, тупо просто. Ой-ой-ой, смотрите, рофлит кака жопска. Только и другое слово, ну ладно. Так, самую мощную кирку сейчас куплю себе. И пойду в атаку. Так, ну конечно, по броньке надо взять себе.
нашел броньку. Так и так. Ну и все. Сейчас я смену затащу. Это будет печально. Так, я пойду поверху. Поверху мне должен повезти. Если я, конечно же, смогу. Так, обходим. Обходим все. Так. Пока они там убивают их. Я придумал, что можно сделать. Боже, синие молодцы, а. Построили прям мне лестницу. Ой, молодцы какие, а. Так, хорошо, хоть не упал. Так, ой, агрится, ой, как агрится. А я поверху на их базу. Ой, дураки. Хотя тут я разобьюсь насмерть. Если пойду. Потому что не разобьюсь. Что делать-то, я не понимаю. Прыгну, умру. На меду прыгну, тоже умру. Ладно. А, не умру. Так, аккуратненько. Так, наверх они вообще не смотрят, вообще плевать. Так. Дальше идем так. Так, вот так вот. Самый важный момент — не умереть с высоты. Надеюсь, я не умру с такой высоты-то, а? Ага, он строится, заметил меня. Ладно, я иду в атаку. Так, нет, я жив. Я сломал кровать. Все, это тупо их надо брать. Взял поверху. Скинул их. Сверху бежит один. Надо его догнать и прибить. Куда бежит? Их осталось всего лишь два. Не понимаю, где они. Не могу представить себе. На нашу бежит. Понял. Пусть бегут. Ноги-то длинные. Зато у меня сейчас лук будет. Сейчас их с лука как всех забахаю. Готовьтесь умереть. Один остался, и он бежит на наш. На нас. Я спас команду красиво. Ага. Нашу кроватку разрушил. Молодец, чувак. Что могу сказать? У нас хп много. Ой, что ты будешь делать? Давай, вот что ты со своей киркой будешь делать? Давай. Я выхожу. Изи. Победа. Ну, а на этом, ребята, я буду заканчивать. Вот так вот я жестко их разнес. Так что с вами был я, Кейм. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Это новый контент будет такой. Ставьте лайки. А я с вами прощаюсь.